Почему я должен нанести ущерб? Это все ущерб. Эти доверчивые дихкани хотели просто заработать и сдали в аренду свои земельные участки компании «Бене Базой Шымкент», которая строит газопроводную магистраль. Ее представители за временные неудобства обещали крестьянам неплохие деньги. Расчет прост, и за 5 месяцев компания не выплатила крестьянам ни копейки. Более того, со слов потерпевших, бизнесмены качают свои права. Вот разметка там уже в середине моей земли под посадкой вертолетов, и вот станция... Газоконденсатная станция уже строит на стадии завершения, но на сегодняшний день у меня на руках нет договора. И договора нет, и оплаты нет. Я теребил, до сегодняшнего дня меня обещали, но под конец сейчас, когда я обратился к генеральному директору Фромеру Леву Александровичу, в последнее время он уже отказывается от оплаты и одно время даже иной раз запугивает финполом. Одна подготовка к посевной обошла земледельцам в миллионы, но руководство «Бене Базой Шымкент» убедило – ничего тут сажать не надо. Деньги и так упадут в крестьянский карман. Распаханная земля так и стоит, вот, арбуз. Лежит. Бахча. Бахчевые мы культуры сажали, и хлопок мы планировали. Ну, на плане много у нас было, но сейчас все уже прахом. Земельный участок семьи Жаналиевых попал под план строительства магистрали. Глава семьи, как и многие другие крестьяне, сначала охотно подписал договор о возмещении убытков. Ни наличных, ни экземпляра документа на руки так и не получил. Подошли, подписались, сказали, говорит, вот это самое, через 2 недели у вас деньги переслед будет. Потом, говорит, потом, пока, говорит, не дали разрешения министерства, говорит, вышестоящие не дали разрешения, комиссии не подписали, говорит. Время бежит, а дельцы всякий раз выдумывают новые причины. С нашей стороны еще не подписали. У нас подписывает рабочая комиссия. Этот договор еще не подписали. Поэтому они экземпляр еще не вернули. Аграрии таким обещаниям уже не верят. Через суд они намерены добиться выплат от компании, которая реализует многомиллиардный проект. Терпение людей лопнуло. Сегодня землевладельцы прямиком направились в районную прокуратуру. А почему не